Есть, красавец. Ну дальше. О, блин. Снял. Давай, давай, не останавливайся. Ну или вот так, да? Да. О. Еще один патруль поехал, где только что ехал в Гранд-Чероки. Застрянет, повиснет точнее на пузе. А, он вообще убирается мордой. Ну, вот сейчас его... Сейчас, да, бугорчик меньше сделает. Давай, 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 давай. А, так же повис, как вы. Нет, пока не повис. Или повиснет все-таки. А это ж ваши же категории, да, ТР-2? Да, да. Конкурент. А я не вижу, где вообще демон. А, 307, нет, ТР-3. А, ТР-3. Раньше, в прошлом году, ну, ТР-2, по-моему, да, еще не, да. Да, не ТР-3, да, он 307. ТР-3. Там в ТР-1 это столько экипажей записалось, много. Ну, да. И каждый второй Нива, по-моему. Да. А, не разуется? А, не, не разуется. Передняя вообще правая. Колеса вообще почти спустили. А, дерево, дерево. А, зеркало. Сложи зеркало. Все, зеркало, зеркало отвалил, короче. Зеркало от, лишнее отпало. Сейчас надо еще вписаться. Есть, быстрее. Завернул, чем Гранд-Чероки предыдущий, по-моему, здесь. А, сносит. Вот так его раскорячило. Дерево. В принципе, это дерево, наверное, можно положить, оно на трассе стоит, ленточки на нем нету. А там тоже интересно происходит. Хижак на какую-то гору заезжает, вообще капец какой-то. Я там еще не был на той сушке. Пока патруль там крутится, а, ну там лебедку мотает, хижака понятно. Вот тут такой последний тяжелый подъем. Блин, бревно. Колеса почти спущены. О, перескочил. Давай, 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 давай. Так, как мне сюда подняться, чтобы он на меня наехал? Есть, красавец. Ну дальше. Дальше там вроде бы ни у кого сложности не было. С подъемом. Ой. Опасно, конечно, он так ехал. Последний подъем. Блин, что-то не может.
Есть. Красавец. А хижак это, кстати, Daihatsu Terios. Когда-то был. Правда, что от того Daihatsu Terios... Ой, какой Daihatsu Terios? Подожди. Daihatsu Rocky. О. Это когда-то был Daihatsu Rocky. Ну что от него осталось? Там рама может только. Я даже не знаю. На Daihatsu Rocky он совсем не похож. Блин, опасные тут такие спуски. Еще и снежные. Скользкие. Теперь надо спуститься аккуратненько. Есть, спустился. И еще подъемчик опять какой-то там. Опа. Да, завтра, наверное, эти сушки будет полегче уже, кто будет завтра. Сегодня половина участников берет половину одних сушек, вторая половина вторых. Там какое-то недопонимание пилота со штурманом происходит. Залебедили хижака, а дальше... Подожди, я не понимаю, пока где финиш, где старт. А, там еще какой-то холм, да? А что там дальше? Вот туда, наверное, направо ему надо. Рядом сидит. Да, тут классная местность у Вадима, блин. Тепло, грязи нет вообще. О, блин. Ты снял? Конечно. Перевалился он красиво. Это секс был такой. Другой бы уже лег, наверное, да? Я думаю, треснул бы даже, блядь. Поуже, который... Не, ну прежде всего, пацаны, вот если что же так шарячок чуть-чуть. А Шрек, где-то я его, блин, не вижу. Где Шрек? А, еще повис, что ли? Да, повис. Не, надо лебедиться. Короче, Daihatsu Rocky, или как он там, да? Daihatsu Rocky пусть висит, пойдем дальше. Еще один УАЗ, но я так понимаю, это уже на финиш идет. Где-то вот так вот он по кругу проехал и выезжает. Хотя написано, что это Паджеро сзади. Но не похож. Как выглядит Паджеро, я догадываюсь. Вот и грязь, наконец-то. И Витарка сейчас, наверное, нырнет сюда. То есть тут не просто грязь. Грязь, вынырнуть, и потом вот так называемый гараж. Там как-то надо заехать через бетонный блок, а выехать обязательное условие задним ходом. В общем, сейчас на Витаре все посмотрим. Есть время, нажали. Насколько глубоко там. Это еще пока не грязь. Давай, не останавливайся. Ох ты, блин, красавец. Легенький, маленький. Единственное, что выскочить надо еще теперь. Может, своим ходом получится. Не, наверное, своим ходом не получится. Как они там лебедятся? Тут у вас, кстати, который, я думал, финиширует. Нет, он поднялся и на бугор. Сейчас еще ему надо вот тут спуститься, повернуть и опять подняться вот здесь. В общем, машин много. В России, по-моему, 63 машины за Регина. И плюс еще масленица уже началась. Короче, везде куча машин. Хорошо, хоть местность тут небольшая. Тут километра полтора, наверное, максимум. По прямой от одной сушки до самой крайней. Не, наверное, надо ему назад цепляться и как-то назад подтянуться. Не может. Не может. Вперед деревом уперся, а сзади надо. Ладно. Что у нас с Витарой? Витара еще цепляют трос. Уже нацепили. Сейчас поедет. Вот он выезжает.
Есть. Теперь еще надо в те бетонный блок сейчас будет заезжать туда. Витарка поехала. Там у вас до сих пор. А, мы же вроде он повернули его там. Сейчас посмотрим, что тут за. Где тут надо ехать задним ходом? Вот отсюда, что ли, уже начинает, получается? Давай, пойдем. Лево, 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 до упора, влево. Все, вот так, давай, давай. Давай, 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 давай. Лево, 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 Саня, лево. Вот, поехал. Ровненько, вот так, все, ровно, руль. Какая-то штука? Поехали. Четвертая или шестая? Ровненько, 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 ровненько. Теперь давай правее, до упора. А. Не, вон через лужу вот там. Заходим сюда, заезжаем, заезжаем задом сюда. Задом, подожди. Вот перед, туда заезжаем. Ну вот смотрите, за него он только едет. Нет, тут туда заезжаешь, а вот тут задом через блок обратно надо выскочить. Вот единственное, задом вот здесь, а дальше как хочешь, задом, передом, боком. Вот сюда надо заехать, а обратно через второй этот блок задом выскочить. Не, мы завис. Не завис. Там ты ибо за арматуру цепляться лезешь. Я вот надо попривай вас. Ай, ай, ай. Ай, блин. Все. А то на такие. А там есть ли что лебедица? Я в трубу, а там за трубу. Через трубу туда и к тому дереву вылезти, да? Лебеджение. Пока они лебедятся, тут Сузуки. Это что, Витарка? Поедет сейчас на эту сушку. Это, по-моему, запорожская. Когда-то я был у них в Запорожье, была эта машина. Сузуки стартует. Сузуки едет. Запорожская, правильно? Да, да, да. Ты это и нас выложишь же. Это не она переворачивалась в Запорожье, я перепутал. Там, да, была Kia. А тут такой, блин, скользкий подъем, да? Коксу, коксу, коксу! Сань, хорош, хорош! Дальше лебедка. Давай, Максик! Пока ты лучше. Работай! Хорош, Сань, хорош! Штурман, мой тебе совет. А, это ж ваш там главный этот, с меридиана, да, сидит? С какого меридиана? О, блядь, алло! С вертикали! Я ошибся! Да, там с вертикали. А тут с вертикали. А вас тут целая толпа приехала. Давай, Сань. У вас тут целая толпа приехала, да, машин в Запорожье? Машин 5 точно есть, я видел, да? То есть половина ваших. Не ори на него. Как сейчас обоссытся и потом... Штурман, это святое! Отдай, отдай! О, там, короче, боком, блин, точнее, задом выехала стой, машина. Стой, стой, Сань, хорош! Где она? Где-то, короче, вот там, ну, давай такое. Натяжку трасса, давай, дай. Поехали. Натяжку трасса. Сейчас на одну сторону намотает ведет. А тут чуть... Руль вправо, Сань! Право руль! Еще! Давай, давай, нормально. Ленту подержи. Марк, подержи ленту. Ленту подержи. Да, оттягивать же можно, да, лента. Чтобы она, главное, не порвалась. Сань, стой. Может выровняться? Да, стой, лучше, дай назад. Да, да, да. Место есть там сзади. Пусти ребенку только. Без переговоров, без дела. Да, да, да. Парации есть. Давай, давай, да, да. Давай. Не надо колесами, лебедка. Только лебедка. Лебедка. Блядь, сейчас бампер, отойди. Под ноги чуть-чуть. Сань, чуть-чуть, Сань. Все, вправо, да, влево, 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 влево. Вот так, держи, да. Под ноги, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Право руль, право руль. Да, надо было за правое дерево, наверное, цеплять. Ну, давай, хорошая мысля. Не трогай, не газуй, не газуй, Сань. Не-не-не, вправо, право, Сань, право. Помоги, помоги. Отдай газку, Сань. Уже почти. Все, 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 Сань, есть. Хорош. Поднял. Хорош.
А, дальше ему надо вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так тут, блин, такая длинная трасса получается. Я так вроде сначала посмотрел, короткая, на самом деле длинная. О! Парка едет, коротенькая. Да, на больших машинах тут будет намного тяжелее. На патрулях каких-нибудь. А, тут еще и дерево валяется посреди, посреди трассы. Чуть-чуть ближе туда, да. Ходом. Да, надо ходом. Чуть. Или... Не, ну ходом, фиг его знает. Тут бревно на полколеса ходом. Чтобы не поломать ничего. Пробуй еще ближе к ленте. А давай я буду пробовать. Ну или вот так, да. А, о, отлично, перескочил. Блин, тут пока пройдешь эту трассу пешком. Так, надо как-то идти. По-моему, там остался последний подъем такой тяжелый. Сейчас подойду туда. Вот, тут там, в принципе, он проехал, развернулся. Подожди, назад, а я зайду туда. Лебедкой, тракторн заходи, Маш. Тракторн. А что, своим ходом, не? А подожди, может он выйдет. Выйдет. Если выйдет, это будет красиво. Давай, давай. Кто говорил, что не выйдет, бля? Вышел! Вот это, блин! Витара, блин, лучше внедорожник, блин! Хорош! Вот, ай! Вот тут единственное, что вывернет, не вывернет, выйдет. Влево, лево, лево! Ай, УАЗик не смог прошлый. Не-не-не-не! А, тут не так уж и много, полметра, наверное, буквально. Наверное, надо куда-то в сторону эту морду сдвинуть, в сторону. Вот так его лебедят за дерево, под, так, под 90 градусов машину. Все, 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 все. Да, чуть-чуть, все. Но идет пока очень быстро, не знаю, как предыдущие проходили. Единственная заминка такая серьезная вот здесь. Руль лево. Руль сюда, поворачивай. Подожди, он что, назад едет? А, еще, да просто поддерживает. О, чтоб не разулся, блин. Ай, блин, правая передняя, чтобы не разу. Все, хватит, хватит, хватит. Сейчас разуется. Блин, машина вообще раком стоит. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, а что, если что, он отпустить лебедку не может? Она что-то так только же чопнула. А, что-то, блин, закусила, наверное, капец. Давай вперед чуть-чуть, быстрее, вперед, съедь. Не, не мотать, не надо мотать, наверное. Руль левее. Мотать не надо. Да не надо ее! Не блин, надо мутить! Я так попущу, давай! Надо, да, блин, еще чуть-чуть! Поворачивай руль, спускай! О, все, 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 можно отцепить лебедку, как нет, я вижу. Нет, надо еще. Мне? Еще. Подожди. О! Крюк зацепи, как сейчас положено! Закинь ему фолоту, загасил. Дальше лебедка уже не нужна сейчас будет точно. Мотай лебедку чуть-чуть! Это называется тростогаситель. А не то, что он сказал. Да если он там выскочил, то тут вообще ни о чем сейчас ему будет. Есть! Запорожские парни на Витаре, блин, красавцы. 7.57, да? Отлично. Еще один запорожский экипаж. Поджерик. Поехал. Оставили тазиков своих. За лебедиться за Сузуки, блин. За участников, наверное, можно лебедиться, я думаю. Пока там лебедится красненький Паджеро, тут еще пошел синенький Паджеро. Давай, давай, давай.
А ну, может он своим ходом выберется, не? Макс, выскакивай, серый, попробуй еще раз. А Сузуки дальше заскочила. Она поменьше была. Так, там тот Паджеро, где он? Выбирается. В общем, и тут лебедятся, и там лебедятся. Где ты, блин? Светло в камеру не вижу нифига, когда приближаю. Где-то он здесь должен быть. А, вот он. Так, там выбрался, здесь... Нет, только мотают лебеду. Залебедили. Право-лево, какая разница? Разворачивается на месте. Я думал, это металлический такой цвет, да, но это... Это не кевлар, да, и не металл. А, и слетело тросовеситель. А там, кстати, все так же, короче, заехали на этот бетонный блок и садятся, короче, пузом на него. Там, блин, своим ходом, не знаю, может кто-то пройти, не может, ну, там только лебедки. Дерево поваленное. Вот тут он быстрее, чем Витарка, проскочил. Дальше разворот, ну ладно, там понятно. Может ли Паджеро выскочить, как Витара? Своим ходом. Думаешь? Ну, Витара выскочила предыдущая. Ай. Сложновато, да? Ну, он, по-моему, сразу так с поворота выскакивал. Да. Она на бляхах, у нее плюс 50% мощности. Отлично. Пробили уже, понял? Не тормози, первая пониженная и пошел. О, хорош, зато, блин, хорош, проехал, да, своим ходом, красавец. Хорош, Фер! Вообще молодец. Потому что они тормозят здесь. Да, 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 их сносит. Все, отлично. Ладно, надо куда-то дальше идти, наверное. Желтая Нива — это не RFC, если что. Где-то я эту Ниву желтую видел. Наверное, на дне рождения Нива клуба, да, она была? С окнами этими. Да. Рома Штурман. Это, наверное, с Белой Церкви, да, машина или нет? Да. Задал. А Рома какой? Лютый. А, да, вон уже стоит. Рома, давай уже, ну, давай, уже едь. Блин, плохо из-за кустов видно. О, ладно, пока они там ворочаются, сейчас нивоводы поедут на вот эту сушку, которую я только сдалека видел. Так, главный нивовод Киева сейчас поедет. Это Лада 21-21. И Киевской области. Ну что, как сушки? Уже две взяли. Из двух? Да. А всего шесть, да, вам надо, да, за день взять? А, так, сегодня, блин, вы сейчас закончите. Закончите быстро. Команда Нива Клуб сейчас выставляется и поедет. Я так понимаю, подняться, спуститься, опять подняться. Я так понимаю, там разворот и той же дорогой обратно ехать.
Есть, нажал кнопку. Ну, давай, не теряй время. А что они завели? Я не знаю, не, можно, по-моему, заведен, наверное, чтобы она стояла. Кстати, новые сильвера у нее недавно, по-моему, я видел, ставил их, покупали. Ой. А ручник есть, я надеюсь, у него? УАЗик тут поднялся своим ходом, давай. Они у вас лучше УАЗика. Походу, Нива не лучше. Лучше лебеда. Лебедка все-таки. А там желтенькая Нива, что-то так и раскоряченная стоит вот здесь, справа. Ее даже не видно. Ну, то участок, то не RFC, но... Это обычный, да. Ну, залебедили Ниву. И теперь спуск такой стрёмненький немного. И подъем потом. Ну там хоть снега уже нет на подъеме. Тут интересно, поднимется своим ходом, не поднимется. А, там еще корни деревьев, наверное, да. На них можно застрять. Кто-то стреляет. Еще чуть-чуть и поднимется. Или нет, будет опять разгон брать. Поднялся. То есть там не надо ему обратно, просто спуститься. То есть подниматься, спускаться не надо. Недавно. Капец, как я... О, есть. Загнался сильно быстро. Ай, не тормози! Тебя, блин. Высади штурмана, не-не-не, сниди.